Приветствую, друзья! Несмотря на следование одному дизайну в ТВС-наушниках от Mondrop, начинка и возможности у них кардинальным образом отличаются. Так, например, сегодня нам предстоит обсудить модель с 10-миллиметровым керамическим излучателем, специально разработанным для проводной модели Aria 2. Также Mocco получили новенький LC3 кодек, настройку по стандарту VDSF, активное шумоподавление, 55 миллисекунд в качестве задержки и до 6 часов автономной работы. О них и говорим. Поехали! Пришли наушники в маленькой картонной коробке с девочкой и кошкой. Внутри лежала документация, небольшой Type-C кабель и набор серых силиконовых амбушюр с овальным сердечником. Кейс, на мой взгляд, простоват. Петля обычная, хотя и с фиксацией. Спереди расположен светодиод, сзади беспроводная зарядка, а снизу кнопка коммутации и Type-C порт. Ну и встроенного в него аккумулятора достаточно для 15 часов автономной работы на средней громкости. Сами чашечки почти не отличаются от Space Travel и Golden Age. С внутренней части здесь датчик приближения, пара технологических отверстий и маленький овальный звуковод. На ножку же вынесли разговорный микрофон, клеммы питания, индикатор и, естественно, сенсорный слой для жестов управления, запоминать которые совсем не обязательно, поскольку они все переназначаются из фирменного приложения. Там же можно обновить прошивку, настроить шумоподавление и режим звуковой прозрачности, выбрать режим работы усилителя от низкого до высокого, включить тот самый LC3 кодек и полностью погасить светодиод. Отдельным же пунктом отмечу сразу 6 предустановок эквалайзера, но к ним мы еще вернемся. В остальном сигнал они держат уверенно, фоновый шум практически отсутствует, до 6 часов работы от одного заряда, поддержка SBC, AAC и LC3 кодеков, игровой режим на 55 миллисекунд и, опять же, никакой защиты от воды. А вот микрофон тут реально радует, я обязательно вставлю отрывок из записи. Тестируем качество записи микрофонов, беспроводных ТВС-наушников, Mondrop, Mocco. Вот, собственно, так они и записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Вот так это, друзья, все и выглядит. По измерениям у нас вальяжный по всем характеристикам импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,16%, что просто гениально. Фаза нормальная, с затуханиями на 30 и 60 дБ вы можете ознакомиться на графиках водопадов. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 5 дБ с пологим таким переходом на абсолютно ровную середину. Аналогичные амплитуды выделения области разборчивости, легкий пик на имитации ушной раковины и еще один на 8 кГц для усиления четкости звучания. Верха, как видим, нам постарались приподнять, но в целом они, конечно, оттенены. И вот мы подошли к самому интересному, тем самым пресетам эквалайзера, где, за исключением режима Solid Bass, меняется только уровень низких частот. Да, даже референс один в один, как стандарт. Хотя назвать настройку Solid Bass какой-то особенной я тоже не могу. Все происходит в том же самом ключе классической кривой диффузного поля. В сравнении с планарными Golden Age явно виден прогресс. Что уж говорить о бюджетных Carol и спорных в этом плане EPS 350T Pro.
Звучать же Мокко масштабно, очень мелодично, с неплохой динамикой артикуляции и значительным приближением сцены к слушателю. В отличие от уже упомянутых мною Кэрол, они намного комфортнее и теплее, с меньшим разделением, скоростью и прорисовкой нюансов, но с ощутимым телом, тембральной глубиной и той самой певучестью. На слух они выразительны, довольно магнетичны и красивы в своем макроисполнении. Да, модель не гонится ни за разрешением, ни за прозрачностью, ни за сверхвысокой четкостью. Ставку сделали лишь на живой, очень эмоциональный характер. Оттого, если напрямую сопоставить их с Кэрол, то для джаза, чего-то вокального и академического лучше подойдут герои нашего сегодняшнего обзора. А вот для рока, металла и разноплановой электроники – Кэрол. Аналогичное мнение у меня и по сравнению с EPS 350T Pro, которые хотя и не менее мелодичны, но четче собраннее и гораздо техничнее. То есть, несмотря на хитрый 10-мм драйвер, это мало похоже на обещанные Aria 2 от Moondrop. Скажу больше, подобного около аналогового звучания у данной компании я лично еще не встречал. Низкие частоты здесь ощутимы, глубокие и в меру текстурные, серединка теплая, музыкальная, но со всеми нюансами и оттенками звукоизвлечения. А верхам, как это было видно на графиках, чуть-чуть отведены на второй план. Они такие же насыщенные, однако не выделяются и не привносят в звучание ни резкости, ни искристости, ни того же избытка воздуха. Если вам нравится музыка, как она есть, без погружения в ее микромир, это самое оно. Отмечу еще действительно взрослую подачу, чем-то схожую с дорогими полноразмерными и внутриканальными решениями. Если вы привыкли к высокому классу устройств, то Мокко вам однозначно подойдут. Хотя, конечно, выше головы они не прыгают и достойно вписываются лишь в свой ценовой сегмент. А вот в плане восприятия сцены они реально похожи на проводные Aria 2. Следовательно, с чем-то оркестровым и мультиинструментальным наша модель точно справится. Итогом беспроводные ТВС-наушники Мокко от компании Moondrop лично мне понравились 6 часами автономной работы, низкими задержками, не менее низкими искажениями, настройкой в стиле VDSF, неплохим шумоподавлением, возможностью перенастроить все на свой собственный лад и тем самым LC3 кодеком. Это в плюс ко всем известным SBC и ASI. В минусы отнесу как-то топорно выглядящий кейс и сильную зависимость их звучания от качества посадки. По звуку же они с прицелом на макро, живые, объемные, достаточно выразительные и очень музыкальные. Сцена неплохо рисуется в глубину, нет грязи, рези и сибилянтов, как и усиленного разрешения и, скажем, прозрачности. Это вариант именно для макровосприятия всего аудиального полотна, но с акцентами и всякими деталями. Как противовес сверхтехничным и хлипковатым Golden Age, герой обзора ну просто великолепны. Из всей линейки ТВС-наушников от Moondrop это самый лучший звук, на мой взгляд, естественно. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники Moondrop Mokko. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме. На них обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!